можешь купить. Я? Да. Так, вот одна среди. Это штука моего родного брата. Да я слушал. Сначала был моим, потом я родному брату его дал. Усилитель, да, ты имеешь? Да, да, усилил. Потом вот. Есть, короче, средние целиком алюминиевые. Но красочек шпаков ты видишь. Такой же диаметр, но более. Потому что его в кармане носить. Ты координаты мне свои оставишь? Ладно, окей, да. Ну да, это у тебя просто ушки маленькие. Да я бы не сказал, я туда эти. А знаешь, что Димсуня мне их когда отдавал, он вообще на них вот такие были. Пипец, блин, а гильзы такие у нас-то. Я... Что лучше? Ну это примерно в одном классе. Ты... Сейчас я сниму тут. Чем ты сказал? Может, сразу забьет по стену. Ничего, сейчас он X50 продаст и купит. Не, я поднакоплю. Сейчас надо подкопить. Аппарат на зал, правый или левый. Блин. Так и полный бы ты зашел сам в машину. Ну, вообще, сколько таких версий?